Швеция не самый удобный сценарий. Они проигрывают в матче на вылет. Но вот такого, кажется, еще не было. Чтобы именно вот эти четыре футболиста были на поле одновременно. И чтобы эти... Тадибо. И здесь нет фола. Можно продолжать, считает Руди Буке. И мяч уже в штрафной площади. Подача на Агуари. Подача? Нет, пока испуг. Трое против Клюверта. И вот здесь он находит вариант для разворота. Классно, Клюверт! Клюверт! И бьет отсюда! Близко, близко от Джастина. То, как он действовал здесь без мяча, как уходит центр. И вот это движение часто становится причиной создания моментов. Клюверт. Джастин снова. Снова он классно разворачивается. Уходит уже от троих. Джастин Клюверт на Гуири. Он начинает движение слева. Начинает движение через передачу. Пау Лопсу. Силами в атаке. Гуири. Он возглавляет быстрый отрыв Ницце. На Клюверта. И Клюверт головой. Но это не тот Клюверт. Он там находился, но сейчас нет. Сейчас Делор. Состав Марселя. С учетом замены ухода Леонардо Балерди, одного из центральных защитников, и выхода Бакамбу. Состав будет назван позже, пока атакует Нит. Он уже забивал в чемпионате, забивал Лансу, а сейчас обороняется его команда. Клюверт! Джастин Клюверт! Без шансов, без вариантов для Пау Лопеса. И для всех тех, кто знает продолжение этой песни. Ницца 3-1. Джастин Клюверт против Марселя. 2-1. Он забивает дважды ворота вот этого испанца Клюверта. Это мягко сказано. Марсель просто не встречал Клюверта. Он ждал ему. Он ждал его и улыбался. А теперь другая мина на лице у защитников Марселя. Есть момент. Когда Шнайдерлин отобрал мяч. О, Шнайдерлин. Это Дебо. Данилюк. Да, третий вариант правильный. Именно правый защитник начал эту атаку. Он отобрал мяч. И он же предлагал себя. Но Клюверт выбрал, может быть, более оригинальный вариант. Лилямович Тюрам. Тюрам Гюльен. Если полностью читать его фамилию, а не только то, что написано у него на спине. Ну и вместо Тюрама Билал Брайми.